Ребята уверенно отвечают на вопросы викторины, посвященной 800-летию Александра Невского. Многие из них вызывают затруднения даже у взрослых. Участники, студенты колледжа, игроки подкованные. Историю знают на зубок. Историю я обожаю. История – это прям один из моих любимых предметов, можно сказать. Я на всю жизнь изучал и буду еще в дальнейшем. Интеллектуальная игра «Знатоки истории» была разработана для Всероссийского конкурса проектов военно-исторической тематики в библиотеках. 5 раундов – непростые вопросы. Ребята заранее проштудировали учебники и биографию великого князя. Говорят, самым сложным было вспоминать даты. Я участвую в своем колледже в книжном клубе. И мы решили, что достаточно интересно будет пойти в библиотеку на данный, так скажем, квиз. Все-таки немножко смежно с нашими интересами. Мне очень понравился квиз, были интересные вопросы. Не так много дат, потому что даты мы, конечно, не любим. Довольно очень, я бы хотела опять прийти. И это желание вполне оправдано. Игра помогает расширить знания по истории своей страны, стимулирует вспомнить знаковые события и побольше узнать о великих людях. В этом и состоит главная цель квиза. Не забывать исторических персонажей, которые много сделали для нашего государства, потому что Александр Невский в культурном и в историческом смысле великий деятель. И, в общем-то, победитель многих врагов нашего государства. И эта игра только начало. В рамках недели Александра Невского такие квизы пройдут и в других библиотеках округа. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».